В апреле стартовал заключительный этап Олимпиады Магистриум. Участие в ней абсолютно бесплатное. Все, что нужно, это либо учиться на третьем-четвертом курсе университета, либо уже иметь высшее образование и пройти регистрацию на сайте Казанского федерального университета. Олимпиада дает шанс участникам выпускных курсов, это третий-четвертый курс, принять участие в Олимпиаде по тому или иному профилю. И, собственно, в летний период, на этапе летней приемной кампании, если они являются победителем либо призером данной Олимпиады, тот балл, который напечатан будет в сертификате, можно перенести на этап приема, то есть как зачесть за внутренние вступительные испытания. Олимпиада проходит в два этапа. Сначала идет отборочный этап в заочной форме. После него идет уже заключительный, который проходит как очно, так и при помощи системы прокторинга. Победители Олимпиады получают 100 баллов при поступлении, а призеры, в свою очередь, баллы, которые смогли набрать. Эти результаты засчитываются вместо вступительных испытаний при подаче заявления в университет. Олимпиада Магистриум, собственно, и была создана для того, чтобы поддержать выпускников бакалавриата, для того, чтобы они смогли продолжить и планировали продолжение своего обучения во второй ступени высшего образования – магистратуре. В этом году регистрацию на Магистриум прошли много студентов. Также участие в Олимпиаде могут принимать и иностранные студенты. То есть это квота и зачисление на бюджетные места по линии Минобрнауки, то есть так называемые квотные места для иностранцев. Олимпиада дала возможность поступить на бюджетное место в магистратуру не одному студенту. Ангелина Трынина, Евгений Алмазов, Универньюз.